А тем временем в автотранспортном предприятии оборвали все телефоны. Из-за раскопки на Щёрса звонки от кировчан ВТП не стихали до обеда. Диспетчерам вместо городских властей КТК пришлось объяснять пассажирам, почему автобусы не доехали до остановки. Перевозчики говорят, что узнали о предстоящих работах на Щёрса еще 2 месяца назад. Тогда же вышло постановление администрации. Согласно документу, ограничения движения на данной улице должны были коснуться всех, за исключением экстренных служб и общественного транспорта. Но сегодня что-то пошло не так. Ресурсники выставили бетонные блоки, из-за этого автобусы и троллейбусы простояли на месте 1,5 часа. Поэтому руководство АТП экстренно изменило маршруты. Пока 11, 51 и 53 автобусы будут объезжать раскопку через ипподром. Они будут ходить через ипподром по Ульяновской улице, далее ипподром, далее на производственную и уже существующим маршрутом через производственную на улицу Щёрса. Но, безусловно, этот отрезок он занимает определенное количество времени, поэтому я не исключаю, что в ближайшее время, пока ситуация не изменится, будет большое количество жалоб от пассажиров.